Добрый вечер. В эфире итоговый выпуск программы «Бугинформ» в студии Виктория Саченко. Как всегда, в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Все включено или сервис по высшему разряду. В Бресте введен в эксплуатацию многофункциональный объект логистической инфраструктуры – сервисный центр грузового терминала «Козловичи-2». Недельный мониторинг специалистов санэпиднадзора или стала ли пятница 13-го роковой для нарушителей санитарного состояния города. Интересное путешествие корреспондентов БукТВ по скверам, свалкам и гаражам. Любви все возрасты покорны. Тогда и знать своей лучшей половинке, что ты чувствуешь или все о том, как празднуют День влюбленных в Бресте. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. В середине января текущего года был введен в эксплуатацию многофункциональный объект логистической инфраструктуры – сервисный центр приграничного грузового терминала «Козловичи-2». Его строительство осуществлялось в соответствии с программой развития логистической системы Беларуси. Всего таких транспортно-логистических центров в стране будет построено 7. Брестский уникальный и не только по своему архитектурному решению, но прежде всего по расположению в непосредственной близости к пункту пропуска и границе, что предполагает привлечение транзитных потоков в Беларусь. Вопрос оптимизации внешнеэкономической деятельности в условиях работы нового транспортно-логистического центра «Брест-Белтаможсервис-2» изучали участники семинара, организованного вышеназванным предприятием. Повод собраться определенно стоящий. По инициативе Государственного таможенного комитета и Республиканского унитарного предприятия «Белтаможсервис» на Козловичах стартовал эксперимент по бестранзитному перемещению товаров между пунктом пропуска Козловичи и терминалом «Брест-Белтаможсервис-2». В число приглашенных попали и наши корреспонденты. Лариса Осмолович продолжит тему. Получилось так или было спланировано, но открытие сервисной зоны грузового терминала «Козловичи-2» совпало с началом эксперимента по бестранзитному перемещению товаров между пограничным пунктом пропуска «Козловичи» и вышеназванным терминалом. Эксперимент предполагает совершенно новую технологию таможенного оформления грузов на границе. Разработчиками является Государственный таможенный комитет и Республиканское унитарное предприятие «Белтаможсервис». Главное в нем – ускорить процедуру оформления грузов, пересекающих границу Беларуси. Плюсы очевидны. Непосредственная близость к пункту пропуска, что предполагает и близость границы, трасса М1, Е30 и многое другое. Такое расположение терминала дает возможность таможенным органам применить новые технологии, чтобы разгрузить непосредственно совершение таможенных операций на границе и перенести часть из них на внутреннее оформление, на внутренний транспортно-логистический центр. Чтобы использовать преимущества расположения нового транспортно-логистического центра, таможенным комитетом разработана технология, которая позволяет максимально короткие сроки проходить машине границу в пункте пропуска Козловичи, а уже часть операций, которые раньше производились в пункте пропуска, совершать непосредственно на складе временного хранения транспортно-логистического центра. Итак, все просто и понятно. Товар, прибывший в пограничный пункт, не проходит процедуру таможенного контроля, а направляется на склад временного хранения грузового терминала. Там и проходят все необходимые грузовые операции и само таможенное оформление. Эксперимент показал, что процедура оформления на границе занимает, в зависимости от номенклатуры товара, порядка получаса. Для сравнения, ранее она отнимала не менее 3 часов. Процедура ускоряется в силу географической близости всех служб, которые расположены на данном терминале. Погранично-таможенные службы осуществляют контроль в пункте пропуска Козловичи, фитосанитарные службы, таможенные представители осуществляют свою работу в данном терминале. Ускорение идет на часы на каждом транспортном средстве, что в итоге приводит к миллионным преимуществам в течение определенного периода времени. Как только машина входит на границу, заявляется временное хранение сразу на границе. И Белтаможсервис берет на себя ответственность перед таможенными органами за этот уже товар, как будто он размещен здесь, на этом терминале. Это что касается сути технологии. Из-за этого, в первую очередь из-за отсутствия дополнительных процедур, экономится время, и создается интерес перевозчику ехать именно на этот терминал и ехать вообще по трассе М1Е30. Потому что это живые деньги? Это живые деньги, раз.
Второе – это живые деньги по времени экономии 2. Это, естественно, как экономия времени, это все интересно и перевозчику, и грузоотправителю, грузополучателю, владельцу груза. Товар двигается быстрее для того, чтобы часть процедур проходить именно здесь. Специалисты Белтаможсервиса уверены, что данный логистический центр для Беларуси уникален еще и тем, что в нем, как говорят, все включено. Помимо административного здания, здесь расположен огромный складской корпус, оборудованный автоматизированной системой, совершенно погрузочная техника, имеются разгрузочно-перегрузочные платформы, холодильные камеры, плюс ко всему стоянки для автомобилей, кафе, гостиница. Одним словом, все, что нужно для комфорта человеку. Но главное, поскольку транзит через границу не уменьшается, грузоперевозки на данном этапе востребованы, простаивать ни таможенникам, ни специалистам таможсервиса не придется. Об этом говорят и участники эксперимента, те, кто уже опробировал этот транспортно-логистический центр. Как импортер мы заинтересованы в скорейшем получении товара, в сокращении тех издержек и времени, которые тратим на доставку грузов непосредственным конечным потребителям. В этом и заключается, наверное, цель эксперимента. Сократить данный путь. Ну, кроме этого, естественно, данный терминал, открытие данного терминала позволяет осуществлять нам процессы, которые, скажем, оклейку акцизными знаками товаров, алкогольной продукции в частности, контрольными знаками товаров, которые непосредственно должны ими оклеиваться. И в этом это, ну, большое преимущество данного пункта. Да. Одним словом, время, двумя словами. Время, деньги. Самая главная задача, которую мы видим на сегодняшний день, это оптимизация этого грузопотока и привлечение его на терминал, находящийся здесь на госгранице, на территории РУБелтаможсервис. И мы надеемся, что с появлением этого терминала будут, в общем-то, произведены определенные договорные взаимоотношения с логистическими операторами. И нам было бы очень интересно все эти грузопотоки направить сюда. Вместо того, чтобы консолидировать эти грузы как в Польше или в Литве, а потом уже товарными партиями везти его по назначению в Россию или в Республику Беларусь. Вот это основная задача. Согласно прогнозам Всемирного банка, транзитные грузоперевозки между странами Евросоюза и России в 2016-2020 годах будут прирастать ежегодно на 6%. Поэтому и прилагается максимум усилий для того, чтобы скорректировать транспортные потоки, направить их именно через белорусскую территорию. Для Беларуси это выгодно. Выгодно, потому что это расширяет, во-первых, ускоряет доставку, раз. Показывает, что мы можем быстро оформить, таможенное оформление провести, два. Третье, это расширяется перечень услуг, которые мы оказываем здесь же. И все это увеличивает транзитную привлекательность страны. Лариса Осмолович, Виктор Халявко, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы «Букинформ». Но не только вышеназванными событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. Напомню об основных. Ряд итоговых коллегий управления Брестского облсполкома прошел в областном центре. На совещании Комитета по труду, занятости и социальной защите было отмечено, что несмотря на непростую ситуацию, которая в настоящее время сложилась в экономике, падение уровня жизни населения не допущено. Стабильность на рынке труда, укрепление материально-технической базы объектов социальной направленности, улучшение условий работы на предприятиях и в организациях, выполнение прогнозного показателя по уровню заработной платы. Положительную динамику удалось сохранить по многим показателям социального развития. Одна из важнейших задач, которые стоят перед комитетом в текущем 2015 году – трудоустройство граждан наряду с поддержкой людей из социально незащищенных слоев. Это весьма актуально, учитывая тот факт, что при принятии мер по борьбе с социальным иждивенчеством число безработных ожидаемо резко возрастет. Мы ожидаем, что на рынок труда придут граждане, которые вернутся из Российской Федерации, тем более ситуация там тоже складывается таким образом, что идут сокращения. Поэтому будут возвращаться и будет решаться вопрос именно уже по трудоустройству этих граждан. И это одно из направлений нашей работы, одно из важнейших направлений нашей работы в текущем году. На коллегии Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи большое внимание было уделено разрешению вопросов, с которыми обращаются берестейцы. Ситуация в экономике сегодня непростая, в том числе и по ряду объективных причин, таких как экономические и политические события в соседних странах.
В связи с этим несколько изменился и срез проблем, которые в настоящее время волнуют людей. Это снижение реальных доходов, неполная занятость, повышение цен и многие другие. Любое обращение должно быть принято и максимально разрешено, а также детально проанализировано и учтено в дальнейшем. На отдельный план выходит работа с трудовыми коллективами проблемных предприятий. Большая нагрузка в настоящем году ложится на плечи культурного сектора. Центр нашей области в 2015-м – культурная столица страны. А это не только почетно, но и очень ответственно. И не только для города над Бугом, но и для всего региона. 2015 год не только для Брещины, но и для всей страны ознаменован многими социально значимыми событиями. Мероприятия к 70-летию Великой Победы и выборы президента должны быть организованы и проведены на самом высоком уровне. А потому наступивший год ожидается непростым, но определенно плодотворным. Уровень здоровья берестейцев, доступность и качество медицинского обслуживания, а также вопросы законодательной базы оказались в центре внимания на заседании коллегии Брестского областного управления здравоохранения. Говоря о том, как сработал медицинский комплекс области в минувшем году, просто необходимо озвучить один из главных показателей – демографический. И в этом вопросе Брещине есть чем гордиться. Наша область лучшая среди остальных регионов республики. По итогам года уже не в первый раз фиксируется естественный прирост населения. Такой показатель, как смертность населения, наоборот, идет на убыль. А это значит, что медики, люди, как раз и отвечающие за состояние здоровья населения, выполняют свою работу хорошо и постоянно повышают свой квалификационный уровень. Немалое подспорье в этом непростом деле – постоянно модернизирующаяся материально-техническая база. 2014 год был достаточно успешным для системы здравоохранения в части достижения интегрального показателя, который характеризует работу лечебно-профилактических учреждений. Это касается снижения, в первую очередь, смертности лиц трудоспособного возраста и достижения положительного естественного прироста. Причем положительный естественный прирост мы имеем во всех населенных пунктах городского типа. Кроме этого, даже Брестский район, сельский район имеет также положительный естественный прирост. Безусловно, на 2015 год как у законодателей, так и у медиков большие планы. Улучшить качество медицинского обслуживания, вывести его на еще более высокий уровень. Доктора хоть и уверены в своих силах и знаниях, тем не менее готовы работать на повышение профессионализма и единый результат – здоровую и полноценную жизнь жителей Берестейского края. Наш пограничный город всегда славился чистотой улиц и благоустройством территории. Аккуратный ландшафт, ухоженные скверы и парки. Неспроста звание «Чистый город» прочно закрепилось за областным центром. Однако, несмотря на это почетное звание, в некоторых районах Бреста не совсем добросовестно относятся к соблюдению чистоты. Об этом, увы, нелицеприятном факте говорит следующее. В ходе недельного мониторинга специалисты государственного санитарного надзора выявили целый ворох нарушений по санитарному состоянию городских территорий. Среди принятых по отношению к ответственным лицам мер, первое – привести дворы и контейнерные площадки в порядок до 13 февраля. Пятница 13-го, роковое число и день. Получилось ли выполнить предписание санэпиднадзора в положенный срок? Ответ на этот вопрос наша съемочная группа решила получить не из интервью, а убедившись лично. В небольшое путешествие по скверам и дворам города отправилась Виктория Драгобецкая. В прошлом году аналогичный променад по территории гаражных кооперативов, садоводческих товариществ и строительных площадок Бреста, увы, не оправдал надежд. Непригодные строительные материалы, пластиковые бутылки, ржавые от времени автомобильные запчасти. Некоторые места в городе напоминали рог изобилия. Только не сокровищ, а самого настоящего мусора. К сожалению, подобный клондайк можно было наблюдать и на территории частных домовладений и дворов города. Ситуация первых месяцев этого года также отличилась. И также в плохом смысле этого слова. Только вот за январь месяц с санитарно-эпидемиологической службой области проверено всего 1800 объектов. На более 700 объектов выявлено нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. Принимаются, соответственно, нами меры. Было наложено более 120 штрафов на физических и юридических лиц за несоблюдение санитарного законодательства в части санитарной очистки. Выданы также более 450 предписаний и рекомендаций. Как было сказано выше, одна из них – уборка дворов и контейнерных площадок в срок до 13 февраля. Наша съемочная группа решила проверить, насколько быстро отреагировали ответственные лица на поставленную задачу. В ходе рейда мы были приятно удивлены увиденной картиной.
Вычищенные, словно после субботника, дворы по праву можно назвать образцовыми. На контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях нет и намека на мусорный ковер из бутылок, бумаги и другой ветоши. Даже не верится, что еще неделю назад эти дворы попали в черный список работников санитарного надзора. Кстати, по весне похожим недугом, а именно банальной невоспитанностью, страдают граждане, устраивающие пикники на природе. Как правило, после таких ланчей остается куча мусора, которую отдыхающие убирать не спешат. В разговоре со специалистами Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды выяснилось, чем чревато такое безалаберное отношение. Если выявляется случай размещения отходов, неважно, от юридических лиц, либо от физических лиц, вне предела полигонов и мини-полигонов, то за это на сегодняшний день следует административная ответственность в размерах на должностное лицо, предупреждение от 5 базовых до 50 базовых, на индивидуального предпринимателя от 2 до 20 базовых и на юридическое лицо от 10 до 1000 базовых. Размещать в окружающей среде твердые бытовые отходы на сегодняшний день запрещено. Возвращаясь к территориям в черте города, напоминаем, что за ненадлежащее санитарное состояние на подназорных объектах закон предписывает наказание в виде штрафа физическим лицам от 2 до 50 базовых величин, юридическим и того больше, до 200 базовых. Учитывая эту серьезную финансовую меру и, конечно, сознательность брестчан, есть надежда, что пятница 13 следующего месяца не окажется под влиянием злого рока и пройдет под лозунгом чистоты и порядка в городе, как и положено культурной столице страны. Виктория Драгобецкая, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин специально для итоговой программы. В 2015 году весь мир отмечает 70-летие со дня окончания Второй мировой войны. Для миллионов людей, живших в Советском Союзе, она стала Великой Отечественной. Долгих 4 года люди сражались и трудились для общей победы. В памятный год огромное количество мероприятий посвящено этому знаковому событию. Одно из них стартовало на этой неделе в городе над Бугом. Выставка плакатов «Грани победы» торжественно открылась в Российском центре науки и культуры. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Подробности в материале Анастасии Назрин-Плотницкой. 70-летия отделяют нас от того дня, когда залпы орудий, воздушные сирены и взрывы снарядов перестали разбивать тишину. Вторая мировая война осталась позади. Для советских людей, переживших ужасы трагических 40-х, эти годы навсегда остались в памяти как время борьбы за свободу и независимость своего государства, за победу, которая досталась слишком большой ценой. Патриотический подвиг навсегда запечатлен в многочисленных предметах, окружавших советских людей. Особое место в большом перечне занимают агитационные плакаты, воодушевлявшие солдат на военные подвиги, а мирное население на постоянный труд на благо фронта и страны. Эти все плакаты написаны в период 1941-1945 годов. То есть это живая история. Все, что написано, что мы видим на этих плакатах, это то, чем жили люди в то время. Выставка плакатов «Грани победы», подготовленная представительством Россотрудничества совместно с Центральным музеем современной России, рассказывает зрителям о том, чем жили солдаты Большой армии Советского Союза, во что верили, о чем мечтали. С первых дней боевых действий художники-плакатисты стали посланцами изобразительного искусства с передовой линии огня. Основой художественных решений для мастеров кисти становились наброски, созданные на фронтах, в партизанских отрядах, в городах-блокадниках. Некоторые плакаты остались в памяти ветеранов навсегда. Этот плакат висел у нас в Ленинграде, здесь моряки. Я, правда, не моряк, но такой же зенитчик, как и они. Рядом стояла их зенитная батарея. Первыми посетителями новой экспозиции стали ветераны войны, кадеты средней школы номер 35, а также военнослужащие 38-й гвардейской отдельной мобильной бригады. Три десятка плакатов рассказывают о героизме советских солдат, о мужестве, с которым они выполняли каждое порученное задание. Особое внимание отведено гражданскому населению, принимавшему непосредственное участие в подпольном противодействии врагу. Сила воздействия военного плаката в его документальной достоверности, которая даже сегодня впечатляет наших современников. Плакатная живопись представлена очень ярко, потому что представить то время без плаката, это все равно, что сейчас представить нынешний век без мобильного телефона или без телевизора. То есть, это нереально было. Финалом торжественного открытия стал небольшой кинолекторий, который открыл цикл просмотрового сезона. В программе целые афиши советских кинолент, снятых режиссерами-участниками и свидетелями Великой Отечественной. Возможность посмотреть военную ленту и посетить большую экспозицию у брестчан и гостей города над Бугом будет до 10 апреля.
Накануне Дня влюбленных и в сам праздник молодые люди, да и не только молодые, думают, как поздравить свою вторую половинку. Некоторые уже приготовили подарок для своего любимого или любимой и с нетерпением ждут минуты, чтобы его вручить. Другие в поиске, в раздумьях, как удивить родного человека, ведь у многих пар с этим днем связаны особые воспоминания. В этом убедились и наши корреспонденты. Считается, что День Святого Валентина существует уже более 16 веков, но праздники любви известны с еще более ранних времен, со времен древних языческих культур. Но как бы ни назывался этот праздник, неизменным остается одно – чувство. Для каждой влюбленной пары День Святого Валентина и сейчас – особый праздник. Ведь 14 февраля можно еще раз напомнить друг другу о своей любви, приготовить второй половинке сюрприз, обменяться подарками. И неважно, молоды вы или ваш возраст элегантен. Ведь любви все возрасты покорны. Конечно, для меня этот праздник очень значимый, и я испытываю чувства очень сильно, и поэтому я думаю, что этот праздник стоит праздновать, и нужно, конечно, удивлять своих любимых все-таки. Стоит какой-то подарок приобрести любимому человеку, и я думаю, что любимые всегда оценят это. Как только у нас это стало принято, мы друг другу дарим, конечно, подарочки скромные, как это, сюрпризы. И дети тоже привыкли, у нас взрослые дети тоже поздравляют и мам, и друг друга. Свидетели подготовки ко дню влюбленных продавцы точно знают, какие подарки пользуются наибольшей популярностью у тех, кто всей душой желает поразить свою вторую половинку. Подмечают они и то, что фантазия молодых людей ограничивается лишь традиционными сувенирами в виде сердечек или ангелочков, парфюмерии. Девушкам еще дарят, как правило, розы, белые или красные. Но стоит отойти от стандартов. Сердцу бывают милее нежная мимоза или тюльпаны, необычные окраски. Несомненным сюрпризом станет и ушедшая в небытие серенада под балконом. Но о цветах все-таки не забудьте. На День Святого Валентина, ну, конечно же, это цветы. Цветы дарят в основном первые весенние. Тюльпанчики дарят, красивые крокусы, гиацинты дарят в горшочках, дарят и розы красивые, можно и сюда обратить внимание. Ну, в основном это праздник влюбленных, День цветов. Каждая пара особенная, у каждой есть свои традиции, общие воспоминания и интересы, но всех их объединяет одно – любовь. Проявляют влюбленные это чувство по-разному. Одни хранят трепет каждой встречи, друг с другом и любят молча. Другие о своей любви молчат. Не могут. Для нас этот праздник как, ну, мы влюбленные, мы пара, как бы у нас есть ребенок, это самое главное. То есть для нас этот праздник как не знаю, как второе зарождение. Какое-то огромное счастье любить и быть любимым. Пожалуй, поспорить с высказыванием Антона Павловича Чехова трудно, судя по тому, сколько людей на Земле всегда стремились и стремятся сегодня любить и быть любимыми, только подтверждает мысль литератора. Один из самых долгожданных, самых народных и вкусных зимних праздников – Масленица – начинается уже в воскресенье 15 февраля. И в течение 7 дней по сложившейся традиции города должны звенеть бубенцами, кричать гармошками и гореть пестрыми красками нарядов. Ведь именно в эти 7 дней в масленичную неделю народ провожает надоевшую зиму и встречает долгожданную весну. В Бресте проводы зимы пройдут по всему городу, но весьма интересную и вкусную программу продумали специалисты отеля Эрмитаж. Нет такого праздника у славян, который проходил бы так бурно и весело, как Масленица. Ведь потом долгих 7 недель нельзя будет веселиться, плясать, да смеяться, очищаясь от грехов мирских. Народ и по сей день верит, что если хорошенько не отвести душу в этот период, потом целый год придется жить в несчастье. Учтя все каноны, повара и кондитеры ресторана отеля «Эрмитаж» решили устроить для брещан и гостей города праздник в жанре славянских масленичных традиций. Поскольку лишь на Масленицу гостевание приобретает самоцельный характер, все желающие могут прийти в Эрмитаж, чтобы полакомиться вкуснейшими блинами. Ведь именно они, пышные оладьи и тонкие налистники с творогом и сметанкой, метком и коркой из муки пшеничной и гречишной, ржаной и овсяной – основное блюдо всей масленичной недели. Печь повара их будут со вкусом и с душой, на открытом огне, добавляя к начинкам и прочим изыскам свою любовь и немножко перчинки. Широкая масленица будет отпразднована в ресторане
ресторане отеля «Эрмитаж» широко. Зачем ходить зятю к теще на блины, если можно пригласить ее в «Эрмитаж» и накормить как следует блинами? А еще повар поучит привередливую даму, как испечь настоящий налистник, чтобы угодить зятю. Мастер-классы проведут настоящие профессионалы. Все будет готовиться специально для посетителей, прямо с пылу жару на тарелочку. Дорогие брещане и гости нашего города, мы сердечно вас приглашаем в ресторан отеля «Эрмитаж» отведать наши вкуснейшие блинчики. Всю неделю мы душевно будем для вас их готовить. Приходите к нам в гости. С 15 по 22 февраля в ресторане отеля «Эрмитаж» ждут всех брещан. Поверьте, вы будете приятно удивлены, поскольку в меню вы найдете не только блины, а еще много чего вкусного и заманчиво интересного. А 22 февраля в «Эрмитаже» широко пройдет закрытие масленичной недели, мастер-класс от шеф-поваров, специальное меню и развлекательная программа в белорусском стиле «Масленица BY». Не пропустите! Вы смотрели итоговую программу «Бугинформ», и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Буг ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Бугинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте bugtv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов – все это вы найдете на сайте нашей телекомпании bugtv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни, а я, Виктория Сащенко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. В воскресенье сохранится не по сезону теплая и сырая погода. Территория Беларуси будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой влажной воздушной массе. В Брестской области ожидается преимущественно без осадков пасмурная погода. Ночью и утром местами слабый туман, гололед, гололедица на дорогах. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0-2, в течение дня не более 2 градусов тепла. В начале следующей недели начнется кратковременное похолодание. Температура воздуха понизится. Влияние на погоду окажет арктический антициклон, перемещающийся со скандинавского полуострова на Ярославскую область. Станет прохладнее и на Брещине. День понедельника будет отмечен сухой, ясной погодой и восточным порывистым ветром. Температурный фон ночных часов составит 3-5 градусов со знаком минус. Днем в основном 0-2 градуса.